Всем привет! Короткая видеоинструкция по поводу предстоящего КВК «Битва за трон». Значит, осталось совсем немного времени, а именно осталось 14 часов, и многие спрашивают, какая тактика, наше ведение боевых действий на это КВК. Значит, первое. На трон в этот раз планируется Колосс. Колосс из ФФС Альянса, мы его давно знаем. Он наш друг, человек, которому мы верим, доверяем, как себе. То есть, и он признается в любви к нашему альянсу. Это первое. Второе. Значит, все основные циты находятся в Улье. Все свои основы держат в Улье. Из Ульи никто никуда не улетает. Все возвращаемся в Улей. Значит, наша задача из Улья мегакооперациями, кооперациями, индивидуальным порядком выбивать противника, который, возможно, прилетит на битву тронов из других королевств. 288-е, другие королевства, которые постоянно, периодично, каждый раз прилетают к нам и пытаются захватить трон. То есть, еще раз говорю, первое, это Колосс идет на трон, ФФС с топами королевства, они будут в альянсе в одном. Мы остаемся в своем альянсе, бьем из Улья мегакооперациями, поэтому все свои основы, все циты, свои основные держим в Улье. Возвращаемся все в Улей. Это первое и второе. Третье. Третье, значит, в лес мы выставляем. Значит, так как мы находимся, грубо говоря, с западной стороны, давайте заполнять лес именно со своей стороны. Ставим в лес фермы, разные, не знаю, какие-то аккаунты, если у кого-то есть, телепортируем сюда и с западной стороны трона, то есть вот с этой стороны трона, вот запад получается, вот эта башня, да, и вот здесь выставляем дружными, плотненькими такими рядами свои цитадели. Все фермы, все мертвяков можете создавать, твинков, я не знаю, ставить под щит. Они становятся здесь на весь период сражения, находятся под щитом. Никто никуда не улетает, дыр не оставляют. Значит, цитадели располагать, оставляем не вплотную, ставим вот так вот, а отходим на одну клетку от каждой цитадели. То есть между ними враг не поставит свою цитадель. Ну и, соответственно, мы перекрываем большую площадь, которую мы можем занять. То есть не вплотную, а на одну клеточку отступаем. От двух цитаделей. От вот этой, так, и от этой. Вот примерно вот таким порядком. Ставим цитадель и накрываемся щитом и стоим до окончания битвы. Пока не определится в нашем королевстве новый король. Вот такая вот у нас стратегия, тактика и политика. Все, всем спасибо и удачи в боях.